Хоть сегодня еще не Международный женский день, дух праздника чувствуется везде. В том числе и в сегодняшнем выпуске новостей. Большинство репортажей в нем посвящены прекрасной половине человечества. Губернатор округа Дмитрий Арчухов поздравил всех жительниц Ямала. Цитирую. Дорогие наши северянки, сердечно поздравляю вас с Международным женским днем 8 марта. Сегодня прекрасный повод поблагодарить всех вас за великую вдохновляющую силу, душевную щедрость, умение делать окружающий мир светлее, лучше и радостнее. Говорят, что женщина – душа семьи и украшение жизни. С этим не поспоришь. Вы бережете свои семьи, своих близких, достойно растите детей, храните в домах мир, порядок и уют, создаете комфорт и благополучие на работе. Пусть наступающая весна подарит больше солнца, ярких красок и счастливых улыбок. Пусть исполнятся все ваши мечты, пусть гармонично сочетаются любовь, семья и карьера. Крепкого вам здоровья, счастья и успехов! Председатель законодательного собрания Ямала Сергей Ямкин адресовал теплые слова жительницам округа. Природа щедро наделила вас особой красотой и мудростью. Для нас вы источник вдохновения и возвышенных чувств. Вы заботитесь о нас, храните тепло и уют домашнего очага, воспитываете детей, будущее Ямалы России. При этом добиваетесь успехов в профессии и общественной жизни. Ваш профессионализм и творческий потенциал всегда востребованы в обществе и представляют ценность сохранения семейных устоев и многовековых традиций. Дорогие женщины, желаю вам неиссякаемой доброты и энергии. И пусть вместе с ароматом весенних цветов в ваш дом войдет счастье, благополучие и уверенность в завтрашнем дне. С праздником!